В этом году сотрудники остановили 6 саровчан, в конструкции автомобилей которых были внесены изменения, не согласованные с сотрудниками госавтоинспекции. Трое жителей нашего города такое разрешение на доработку своего авто получили. Много заявок сейчас на рассмотрении. Основной документ, который нужен водителю, решившему усовершенствовать транспорт – одобрение типа транспортного средства. В одобрении все указано, какие колеса должны быть установлены на данном транспортном средстве. Какие замены можно произвести, что можно произвести в данном транспортном средстве. Значит, если проблемы будут с одобрением типа транспортного средства, не может он там найти его в оригинале или что-то, можно обратиться к техническим характеристикам данного транспортного средства. Получать разрешение на модернизацию авто не нужно, если эти изменения предусмотрены документом. В противном случае водителя ждет следующая процедура. Для начала нужно получить заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений. Документ выдает испытательная лаборатория, уполномоченная организация. У нас в Нижегородской области их две. В любую можно обратиться, и не только в Нижегородской, можем и за пределами Нижегородской области обратиться. Получив вот этот документ, уже с заявлением о получении разрешения на внесение изменений, необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Сотрудники ГАИ проверят заключение, и если все будет в порядке, то выдадут разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля. После тюнинга с декларацией выполненной работы и сертификатом соответствия на установленное оборудование в испытательной лаборатории нужно получить протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства. Проходит технический осмотр на одной из станций, аккредитованных на проведение технического осмотра, и уже с соответствующим заявлением обращается обратно в госавтоинспекцию для получения свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности после внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Если все документы будут в порядке, в ГАИ выдадут свидетельство о соответствии на транспортное средство.